Много людей говорят о Боге. Но всегда ли за словами есть та действительно истинная связь с собственным духом, которая действительно окрыляет? Иначе, а почему же мы так живем, если все такие верующие? Потому что разорвана связь с духом. Потому что остались на поверхности какие-то слова, какие-то шаблоны, какие-то привычки, какие-то мнения, самомнения, все остальное. Я даже не хочу перечислять все это. Но нет истинной связи с духом, которую сегодня все хотят найти. Но скорее делают это с позиции силы, но не с позиции чувств, и с позиции устремленности. Давайте попробуем вместе настроиться в унисон с духом. Закройте глаза и, в кавычках, уйдите внутрь. Теперь попробуйте найти свой собственный путь сосредоточения и почувствуйте, как вы объединяетесь с духом. Это очень простой способ. И вы можете использовать его где угодно и когда угодно. Например, это можно сделать так. Сделайте 3 глубоких, медленных вдоха до живота. Сосредоточьтесь, отбросьте все ненужные мысли и представьте, что вы круг света примерно 20 фунтов в диаметре или на уровне вытянутой руки. И заполните своим сознанием все пространство вокруг этого круга. Лично я сначала стараюсь сфокусировать внимание на 6-й чакре, на лбу, но тем не менее я чувствую связь с духом в сердце и солнечном сплетении. Чтобы достичь этого, вам потребуется всего 15-20 секунд. Попробуйте несколько дыхательных упражнений и найдите для себя то, которое вам больше всего подходит. Например, попробуйте делать вдох на счет 1, 2, 3, 4. На 4 счета задержите дыхание. Выдыхайте также на счет 1, 2, 3, 4 и снова сделайте задержку на 4 счета. Можно попробовать дышать без задерживания дыхания просто на счет 8. Используйте мантру, фразу или словосочетание, которое помогает вам чувствовать себя спокойным и способствует сосредоточению. Либо используйте технику расслабления, сосредотачивая поочередно внимание на каждой части своего тела, снимая с них мышечное напряжение, либо сначала напрягайте мышцы, а потом снимайте напряжение. Представьте себе, что вы находитесь в каком-нибудь спокойном, безмятежном местечке на природе. Можно также медленно посчитать от 20 до 1 и таким образом успокоить себя. Как только вы расслабились, самая простая молитва или утверждение может помочь вам переместить ваше сознание дальше, в вашу, в кавычках, левую сторону. Например, можно сказать себе «Я живу, помня, кто я есть». Или «Я призываю дух быть со мной». Или «Я сейчас призываю дух быть со мной». Попробуйте представить себе, что вы начинаете буквально расширяться за пределы собственной кожи. Или буквально переместите ваше сознание в правую сторону мозга. Помните, правое полушарие связано с левой стороной тела. Обратите внимание, как вы себя чувствуете, настроившись в унисон с духом. Это может быть чувство покоя или чувство расширения, раскрытия, потеря ощущения собственного тела, чувство безвременности, а может вам даже не захочется возвращаться в ваше обычное состояние. Сколько времени вы можете
пребывать в таком состоянии, насколько глубоко вы можете войти в свою левую сторону, какие другие занятия напоминают вам эти ощущения. Могли бы вы уделять этому занятию больше времени? Попробуйте разработать свои собственные пути. Быстро и легко достигать этого состояния. Не усложняйте, все должно быть очень просто и естественно. Немного попрактиковавшись, вы сможете достигать желаемого результата почти мгновенно, когда захотите, даже с открытыми глазами на деловой встрече. Итак, все в ваших руках, и ваш дух ждет слияния с вами.